Лучшее время для развития международного бизнеса, для глобальной экспансии. Знаете, вся история человеческой цивилизации, экономики – это путь глобализации. И да, были пути, были этапы в истории человеческой цивилизации, когда глобализация приостанавливалась, откатывалась немного назад. И сейчас, наверное, то же самое происходит. Но неизбежно вся планета для того, чтобы эволюционировать и экспансировать в космос, должна объединиться в глобальную экономику. И сейчас, наверное, то время, когда лучший способ выходить на международные рынки, лучший способ для путешествия, лучший способ, потому что есть интернет, есть приложение Booking. Представьте, что для путешествия можете из дома забукить отели из разных приложений, оплатить все одной картой, финансовой международной системы и оказаться в любой точке. Нашим предкам, всей человеческой истории, цивилизации это было немыслимо. И также с бизнесом. Вы можете просто взять, переводить с помощью нейросетей на разные языки ваши продукты, ваш бизнес, сайты, видео. Все это делается уже в режиме онлайн. Просто представить невозможно. Чат GPT, какие возможности есть у нас сейчас для экспансии на международный рынок и, по сути, создание нового мира, нового виртуального пространства с помощью дополненной реальности, городов, развития, эволюции. На мой взгляд, мы сейчас находимся на невероятной ступени развития, и просто человечество летит в космос, и, возможно, освоит другие планеты, создать супер изобильную экономику. И все это благодаря глобализации, изобретению капитализма, рынка. И сейчас мы можем предпринимательству делать это, развивать свою собственную личность, прокачивать себя. Это так круто, мы живем реально в лучшее время, и не воспользоваться этой возможностью, и не создав, по сути, новый рынок, он начинает формироваться, да, просто, ну, как в рамках человеческой цивилизации вся история глупа, потому что мы имеем такие возможности, которые никто никогда не имел, и это очень круто, и сегодня можно задуматься о таких проектах, и, возможно, твой проект станет новой компанией Apple, новой какой-то мегакорпорации, а может быть, ты станешь личностью международного масштаба. Это можно сделать сейчас, какой-то мировой звездой, благодаря TikTok, Instagram. Это разные сферы, да, то есть не только бизнес. И это очень круто, не пустить это время. Есть очень много книг по этому поводу. Фактологичность, Homo sapiens, куда движется мир. Это такой масштаб и понимание, что сейчас мы находимся на пике эволюции человеческой цивилизации, и никогда еще не было столько ресурсов, столько технологий, и наша задача удержаться, не откатиться назад и сделать квантовый скачок в просто в нереальное человеческую цивилизацию, которая показана уже в таких невероятных сериалах, как Star Trek и каких-то очень крутых, где есть изобильная экономика, где есть экспансия космоса и невероятные города человеческих различных культур и цивилизаций.